Вы смотрите проект «Место происшествия». Мы продолжаем выпуск. На улице Московской камера зафиксировала, как водитель универсала спровоцировал ДТП. Об этом и других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». На перекрестке улиц Московской и Производственной водителям резко пришлось остановиться. Последним в цепочке оказался водитель универсала. Он въехал в кроссовер. На улице Московской у водителя четверки на ходу открылась пассажирская дверь. У поворота на Радужный водитель Нивы «Шевроле» не уступил дорогу машине с камерой. На Победиловском тракте гонщик на белом кроссовере совершил опасный обгон. На перекрестке улиц Чёрса и Ульяновской водители совершили массовый заезд на красный сигнал. На красный, смотри. На улице Солнечной с виду пьяный мужчина в подъезде у дверей чужой квартиры сделал грязное дело. Видимо, это была месть. Сейчас хулигана разыскивают. Михаил Вагин, место происшествия.